Спасибо. И вообще, конечно, знаете, я вам что хочу сказать? У меня сегодня, точнее, вчера один раз, а сегодня второй раз, когда я периодически подходил к той или иной мастерской, у меня возникало вот ощущение, хочется плакать. Хочется плакать от того, что насколько много талантливых людей, насколько богата наша семья, наша земля талантливыми людьми. Спасибо вам большое от всех членов жюри, от всех зрителей. Я хочу вам сказать, вы молодцы. Творите, творите обязательно. И не смотрите вы этот телевизор, пошел он. Но, знаете, это очень... Точнее, не очень благодарная миссия языком цифр оценивать творчество, творение людей, которые выходят на сцену. Сегодня, поверьте мне, пожалуйста, сегодня жюри второго тура выдержало... Ну, ребята, в общем-то, очень бились. То есть изначально было запланировано 22 творческих единицы должны выйти на сцену. 22. И ребята, творческие жюри, жюри второго тура, прям выгрызло у меня буквально 3 творческих единицы. И правда, мы с вами не пожалели, что все 25 творческих единиц были на сцене. Ну, за исключением 2, которые по неизвестным нам причинам почему-то не вышли. Итак, язык цифр, он язык цифр. Максимальное количество баллов. Молчим. Вот. Максимальное количество баллов, то есть нас было 30 человек. Ой, нас было 6 человек. Максимальное количество это 30 баллов. Набрал ансамбль «Штрихи». Ребятки, подходите. Ой, какие хорошенькие. Ты мои золотые такие. Им вручаются дипломы, и они сейчас пойдут вместе со мной на главную сцену, сцену «Остров», чтобы исполнить одно произведение. Держите. Все, ребята. Стойте, не уходите здесь. Значит, по нисходящей я буду называть лауреатов. 5 лауреатов всего. Вот это одни лауреаты. Дуэт «Радуга наизнанку». Где? Где? В Кливленде уже. Сейчас. Татьяна Винокурова. Танечка, ты где? Идет, бежит, бежит. Мама 2 детей, умница девочка. В шапку одела, чтобы детей не простудить. Нет, стой здесь. Владислав Линяев. Хороший парень, правда? Спасибо, Владик. Ну и, конечно, Алексей Макаревич с командой. Леша, ты где? Ну да, ладно. Идем дальше. Дипломанты. Дуэт из Тулы. Наталья Степанова, Валентина Буталова. Смотрите, какие девчонки красивые, а? А мы, дураки, женатые. Эх! Ансамбль «Марсель», город Волгоград.
А, Лявик идет, Лявик. Ну, хлопайте, еще хлопайте. Они же хорошие. Лявик, молодец. Держи. Дуэт «Совершеннолетние девчонки». Консерватория, между прочим. Правда, правда. Ну и, конечно, членов жюри поразил человек из города Владивосток, Слава Ташкенов. Володя Цикалов идет вместо него. Славик, ты нету? Передай, пожалуйста. Замечательный дуэт, совершенно проникновенные поющие. Елена и Александр Смуровы. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Обалденный автор из города Одессы. Виктор Мазур. Хай живе. Спасибо. И еще, конечно, дуэт, который поразил почти всех членов жюри. Это дуэт «Небо». Оля. Смотри, под ноги смотри. Между прочим, Эрик выходил на сцену со сломанной рукой. Он снял гипс перед выходом на сцену. С двумя, да. Все, ребята, спасибо вам большое. Все, значит, это все конкурсной программе. Это совсем не значит все нашей песни, которую мы любим, которую мы будем писать, которую мы будем исполнять своим друзьям, людям, которые это нравятся, которые могут ее оценить. Спасибо вам и низкий вам поклон. Лауреаты, не уходите далеко от сцены, мы сейчас идем на сцену. Да. Давайте, я вот сюда вот встану. Ближе, блин, Оль, не уходи, Оль. Дипломчики себе разверните, дети. Дипломчики разверните. Ой, господи, сама-то. Дети, а я... Да, вот садись. А, я здесь. Вперед. Да ладно, вперед. Девчонок, вперед. Что-то.